В развитие медицины вносят вклад и ученые Восточного Казахстана. В техническом университете региона разрабатываются уникальные импланты и титановые пластины, которые могут помочь при серьезных травмах, вплоть до того, чтобы замещать части костей черепа. А примерно через год в распоряжении врачей могут оказаться и роботизированные гексоподы, устройства, помогающие хирургам в проведении операций. Анель Исенбердина расскажет подробнее. Сергей Руденко, инженер-исследователь в центре смарт-инженерии Восточно-Казахстанского технического университета. В его ведении сейчас проект по изготовлению необычного аппарата – гексопода. Он предназначен для восстановления суставов после сложнейших осколочных переломов. Причем врачи будут управлять операцией и по частям собирать раздробленные кости, даже не видя их, через пульты и джойстики с помощью минимальных разрезов. На данном этапе уже создана 3D-модель. Распечатано изделие и пишется управляющая программа для гексопода. Пишется для джойстика и для программы в компьютере. В последующих будет проводиться клинические исследования. И уже примерно через год совместное изобретение ученых центра и докторов медицинского университета Семея может приносить пользу казахстанцам, помогая им быстрее и без последствий оправиться от травм. Дмитрий Догадкин тоже инженер центра, специализируется на 3D-моделировании и печати. Только печатает не просто детали, а будущие части тела человека. К примеру, кейджи для позвоночника. Они не дадут позвонкам тереться друг об друга, причиняя боль пациенту. Уже идут клинические исследования. Мы извлекаем из данных МРТ-КТ 3D-модель черепа. А вот пластинки для черепа на стадии разработки. Они идеально подбираются под любую рану на голове и могут закрыть дефект кости, даже если отсутствует ее значительная часть. Высокая точность достигается благодаря МРТ и КТ снимкам. То есть по этим снимкам, изготавливая модель, мы подгоняем очень точно пластину, замещающую дефект. Она повторяет все контуры дефекта, то есть она абсолютно незаметна, выполняется эстетическая функция, сохраняются все линии черепа, симметрия лица. Сейчас у ученых новый партнер. Национальный центр нейрохирургии ставит задачу изготовить уже целый позвонок. Дорожно-транспортный вопрос. Любая травма, где нужно заменить позвонок. Но заменить позвонок таким образом, чтобы не повредить позвоночный столб, спинной мозг, нервы и все прочее. Работа будет ювелирной, но оборудование и кадры дают такие возможности, говорят специалисты. У нас есть современные станки с числовым программным управлением, 3D-принтер для аддитивной технологии, по металлу 3D-принтер, по пластику 3D-принтер, термические участки, установки магнетронного напыления, установки микродугового оксидирования, ну и так далее. Ну и плюс к тому, наши сотрудники, которые работают в нашем центре. Главное, чтобы после все проекты прошли клинические исследования. Это процесс долгий, может занять даже несколько лет. Но новые технологии должны быть безопасными, отмечают эксперты. Андрей Сенбердин, Жигер Баканов, Усть-Каменогорск, Хабар 24.